Да, новые туры запустили прямые рейсы. До Технополиса можно добраться бесплатно на специальных автобусах, маршрут которых изучила Наталья Колюшкина. За покупками в новую туру Айсулу и Раиса ездят каждую неделю. В этот раз собирались добираться до рынка на такси. Но внимание привлек автобус с табличкой «Проезд бесплатный». Из метро вышли, смотрим, автобус стоит, и побежали за автобус. На своем транспорте ездили, сейчас будет тем более, если на автобус пустили бесплатный. Естественно, будем ездить на автобусе. Не всегда же есть время у мужей возить нас. По словам представителей Технополиса, ближе к вечеру поток пассажиров небольшой, зато утром автобус приезжает полный. Перепутать транспорт невозможно. На боку машины красуется огромный верблюд. Это животное – символ торговли, а его улыбка поднимает покупателям настроение. Всего в городе курсируют 8 автобусов. Каждый час с 8 утра они отходят от Сумы, станции метро Козья-Слобода, от компрессорного завода и поселка Залесный. С утра везем вахту предпринимателей рабочих, то есть в 4 утра, 4:50. С 8 утра начинаем возить людей-покупателей. Вот. Вечером, в 5 вечера, увозим обратно рабочих. С первых дней на ура пошла бесплатная вахта для предпринимателей. Все 4 маршрута, которые сейчас работают в режиме вахты, заполнены до отказа и утром, и вечером. То, что касается покупателей, мы с удовольствием отмечаем, что популярность автобусов растет. Но сесть в автобус можно не только на 4 остановках. По пути следования их будет еще несколько. Подробный маршрут можно узнать на сайте Технополиса «Новая тура». Наталья Колюшкина, Валерий Митрошин, «Вести Татарстан».